Беларусь и Египет поширяют двухбаковые отношения на межрегиональном уровне. Так, Минская область сегодня заключила меморандум об сотрудничестве с губернаторством Полдневый Синай, это Арабской Республики. Центральный регион готов сотрудничать с Египтом не только в сфере туризма, але и в таких сферах, как машинобудование, сельская господарка, наука, спорт и культура. Мы знаем, что в Южном Синае сейчас предполагается крупные разработки полезных ископаемых, добыча гранита, мрамора, других строительных материалов. Также предполагается строительство ирригационных сооружений. И на этих объектах мы рассчитываем, что будут работать белорусские БелАЗы. У нашем губернаторстве шмат магчимостей. Это не только туризм и знакомитый Шарм-эль-Шейх. Тому я упэўнены, что сегодняшняя встреча будет стартовой кропкой у развития наших контактов. Сегодня делегация Полднёвага Синая наведывая предприемство агропромыслового комплексу и историко-культурные объекты Минской области. Завтра в планах египетских гостей визит на завод БелАЗ и Борисов-Арена.